старт велоралли был дан в парке Чекалово. Собрались 9 команд из Екатеринбурга, Ревда, Уфы, Челябинска и Глинска. Кто-то подготавливал велосипеды, а кто-то набирался сил перед началом состязаний. Маршрут ралли предполагал лесопарковые, шоссейные, проселочные и лесные этапы. Конечная точка – лагерь неподалеку от озера Песчаное. У многих опытных участников на руле были специальные планшеты для крепления легенды. После жеребьевки команды отправились на технические этапы. Мини-велофигурка, которая проводилась в режиме эстафеты, включала восьмерку и кольцо. Чисто пройти за минимальное время удавалось не каждым. Дальше участники отправились на медленную езду. Необходимо было проехать узкий коридор длиной 10 метров. Положенные 2 минуты уложились всего 2 команды. Велоралли – не бешеные гонки. Суть в прохождении маршрута по легенде и прибытии на контрольную точку в строго определенное время. Для этого всем участникам до начала заезда необходимо было вспомнить математические формулы и поработать с калькулятором. Первым техническим этапом на маршруте стал туристический велотриал. Проехать было легко, сложнее остаться сухим. Свое название велоралли получило благодаря маршруту, который пролегает через границу Европы и Азии. Это место – излюбленный фон для фотосессии екатеринбургских молодоженов. Несколько километров асфальта, железнодорожный мост, и вот уже новый технический этап – подъем в гору. Быстро подняться и ни разу не коснуться склона ногой смог не каждый. После скоростного этапа участники смогли пообедать и попить горячего чаю. На следующем участке пошел дождь, который размыл и без того грязные лесные дороги. Хлюпающая грязь в кроссовках, чумазые велосипеды, комары сделали из ралли настоящий экстрим-марафон. На следующем КВ дождь усилился, и никто уже даже не пытался спасти от влаги свои вещи. Не спас ни костер, который затопило водой, ни тент. Дождь закончился только ночью. В день награждения погода порадовала всех солнцем. Первое место заняла команда Триал Спорт Республики Башкортостан. Очередное ралли состоится ровно через год. У желающих принять в нем участие достаточно времени на подготовку. Андрей Думчев, телекомпания «Регион 45» из Екатеринбурга.